Всем привет! Еще раз. Второй раз за сегодня. Так уж получилось, что я сегодня утром вышла из дома, такая вся красивая, хотела снять праздничное видео. Я правда его сняла. Как вы видите, звуком проблемы. Мой телефон меня не любит иногда, поэтому приходится снимать второй раз. Но это ничего. Конец рабочего дня. Вы можете представить, чем я весь день занималась. У меня парочка солнечных ожогов. Оцените. Наверное, не видно. Но руки болят. Поверьте на слово. В общем, обмажусь себя кремом по приходу домой. Но это видео было о том, что на нашем канале внезапно более 1000 подписчиков. И я не знаю, как это произошло, и большое вам спасибо всем, кто смотрит, кто ставит лайки и комментирует наше видео. Я хочу верить, что вам интересно, и потому что мы не собираемся останавливаться. Это я так угрожаю. Вот. И в честь этого события я предлагаю устроить что-то вроде вопрос-ответ. Если у вас какие-то вопросы есть на любые темы, вы можете оставить их в комментариях к этому видео или на нашем блоге, ссылка на который будет под этим видео. И мы на все ответим. Я думаю, на этих выходных... Ну, я обещаю на этих выходных ответить. Поэтому оставляйте ваши вопросы внизу. И еще раз спасибо вам большое. А дальше в этом же видео я показываю немножко нашу улицу сегодня утром. Вот так. До скорого. Пахнет на этом участке дороги сейчас прям просто одуряюще. Это все кусты сирени. Шикарно, шикарно, шикарно. Это не единственный ряд сирени на этой улице. Поэтому по-хорошему я хожу, слушаю птичек и нюхаю сирень. Так вот я утром выхожу во двор задний. А у нас по газону птички скачут. Ну, вроде как на помидоры не покушаются. Помидоры сейчас закаляются целыми днями на улице. Вроде их пока никто не ест. В общем-то, есть надежда, что при пересадке в огород они тоже останутся живы. Смотрите, как тут мило. Соседи не очень. Видео для тех, у кого аллергия на пух. Ну, в общем-то, вот. У чувака просто белый газон. С этой стороны то же самое. И это все пух. Хорошо, что я этой аллергией не страдаю. Хотя у нас в офисе есть парочка несчастных людей, у которых сейчас непрерывный насморк. В чем это? Похоже, с вот этого дерева, что ли? Всю жизнь думала, что только... А, ну да, тополь. Господи. Ай, ботаник. У нас тополя тоже растут на границе с соседями, но вроде там не так все плохо. Там кусты сирени за домом. Вот эта машинка, которую я вожу на работе. Ram. О, я его обожаю. Такое удовольствие. Всем хорошего дня!